Всем привет! Я, значит, наварила варенье абрикосовое. Мы вчера купили на рынке абрикос 10 килограмм. Ну, мы где-то килограмм, наверное, съели. В общем, где-то, наверное, 9 килограмм абрикосов и 4 килограмма сахара. Потому что мы брали вот 5 килограмм сахара, и у меня там еще немного осталось, где-то килограмм. Ну, в общем, 4 килограмма. Я делала сироп, заливала сиропом, убирала косточки и заливала абрикос сиропом. И вот у меня вот эти баночки я стерилизовала, которые вот закатаны. Они у меня стерилизованы. Стерилизовала я их в духовке, чтобы не возиться. А вот эти баночки просто сухие, я их вот... Это вот просто кушать сейчас. Вот, а на зиму я закатала. Вот под этими крышками это сейчас кушать. Вот, ну такое вот у меня получилось варенье. Вот, немножко вот уже последняя. Это вот последние баночки я брала в тазу. Я прибавила огонь, чтобы у меня закипело, чтобы закипятить. Вот, ну, в общем, а здесь хороший. Это вот сверху вот такое хорошее варенье. Такое вот янтарное получилось. Вот это тоже вот баночка вот такая вот. В общем, вкусное варенье, сладкое, хорошее, вкусное. Вот. Ну, вот эти баночки мы будем сейчас 4 кушать, а эти на зиму. Еще я купила вчера вот такой таз алюминиевый. Вот, стоит он 530 рублей. Вот я варенье варила в нем. Большой тазик у меня не было, так варила в чем попало, в чашке, то в кастрюле. Вот я решила в этом году, в общем, приобрести вот такой тазик. Вот, да, и это абрикосы мы брали по 80 рублей. Вот. И потом мы вчера заходили в Фикс Прайс, я, значит, купила вот такое мыло за 50 рублей. Вот такие салфетки взяла, две штуки. Тоже, по-моему, по 55. Купила уточку. Вот, купила вот Биолан. Я уже вот чистила плиту сегодня. И купила вот Фэри. Вот, это тоже я брала в Фикс Прайсе. И купила губки вот такие вот. Еще я купила гель для душа. А, купила еще вот такие салфеточки. Вот. Они так... Как-то я их ни разу не брала. Что-то вот я перепутала и взяла они вот такие вот. Ну, вроде бы ничего, так удобненькие. Вот. И взяла вот Биолан, я сказала. Здесь очень удобно. Дешево. Вот здесь две. В одной. Две. В одной упаковке две штуки. Вот. В общем... Получается дешево. Вот. И купила я вот такой вот гель для душа. Так, порошок тоже купила. Но я его уже высыпала. Порошок я брала вот Досю. Вот. Я уже высыпала. У меня здесь в ванной темно. У меня вот такая вот... Я специально покупала для порошка. Вот такая коробочка. Вот, в общем, я уже и туда все высыпала сюда. Еще я, значит, купила вот такие прокладки. Две пачки. Очень удобные. А это я стирала в машинке, вытащила. Вот еще не повесила, стала снимать. Сейчас повешу свои вещи. Вот. У нас сегодня так пасмурно. Еще мы, значит, вчера купили помидорки, огурчики, черешню. Ну, в общем, все мы это, бананы, мы, в общем, все это кушаем. Вот, я уже не стала, потому что половину съели, я не стала это все показывать. У меня вот так вот хорошо зацвели ирисы. Вот такая красота. У нас вот сегодня пасмурно, шел дождик. Я рада, что шел дождик, потому что не надо поливать. Вот так у меня распустилась гвоздика турецкая. Это вот такой вот, как, такой цвет вот, это, как сиреневый, не сиреневый какой-то. Вот, а у меня еще красные там есть. А здесь распускается вот такая красненькая, вот. Она здесь немножко цвет другой. Вот, это, здесь тоже такая есть. Мне кажется, потемнее, это посветлее. Не знаю, может, мне так просто кажется.
Вот. В общем, вот так вот у меня огород мой проживает. Все тут закрыто. Сегодня прохладно, я все закрыла. Вот. Ну ладно, всем пока-пока. Вот такие мои сегодняшние похвастушки. Вот.